Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня небольшой ролик про мою кофемашину Philips HD8827. Сегодня днем решил в очередной раз включить, сделать кофе. Вот здесь насыпаны, как обычно, зерна. Налита вода. Но при включении происходит какой-то странный звук, вибрация, и вот этот индикатор загорается. Вот сейчас включаю энергию. Вот загорелся световой индикатор на кнопке Power. И, в общем-то, такая неисправность. Вот, видите, быстро замигал индикатор прочих неисправностей. Вот, перестал. И вот после этого происходила вибрация и звук. Вот сейчас, пока его я не слышу. Сейчас посмотрим, может быть... Вот он. В общем, довольно неприятный звук. Весьма громкий и вибрирует. Машинка не готова. То есть то ли помпа какая-то, то ли насос. То есть что-то происходит с машиной. И, в общем, кнопкой Power это не выключается. Этот звук. Удержанием кнопки не удается выключить. Звук исчез, но мигание продолжается. Так, ну вроде как она готова к работе. Так, попробую прям сюда сделать тестовую чашку кофе. Так, пить я ее не собираюсь, поэтому прям в немытую чашечку. Крутится кофемолка. Да, это похоже на звук помпы. Да, а кофе-то и не льется. Да, звук нестандартный, нештатный.
в данный момент боюсь прерывать, потому что таблетка, возможно, сформирована уже в заварочном механизме. Так. Звук исчез. Оп, и загорелись вот эти два индикатора. Отсутствие воды и прочие неисправности. Воды между тем достаточно. Так, сейчас посмотрю. Выбросил ли таблетку. Просто насыпано кофе. Не сформирована таблетка абсолютно. Да, что это за напасть, непонятно. Горят два индикатора. Мигают. Хотя вода есть. Возможно, придется обращаться в сервисный центр ТМОЛ, о чем обязательно запишу дополнительное видео. У кого такое было, пожалуйста, напишите в комментарии к этому видео внизу. Буду очень благодарен. Всем спасибо, всем пока.